В ближайшие дни погода в регионе снова станет зимней. И если 16 февраля шел дождь, а температура за окном была на 10 градусов выше февральской нормы, то уже 17 февраля синоптики обещают владимирцам похолодание. Погода у нас будет обусловлена сегодня в течение вечера, ночи до утра быстрым прохождением вот этого циклона с запада, юго-запада, который пройдет практически по всему центральному федеральному округу. Ну, будет определять погоду, то есть сначала это сильный дождь, дождь со снегом и похолодание на 5-7 градусов. Заморозки придут к нам из Московской области. Первыми на себе их ощутят жители Петушинского района. Затем ненастье нагрянет и в областной центр. Ночные температуры будут падать до минус 14 градусов. Дневные колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. Продлятся погодные неприятности до 23 февраля, пока в регион не придет атлантический циклон. Учитывая, что все это время на дорогах будет гололедица, граждан призывают быть как можно более осторожными. Правоохранительные службы рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, быть максимально осторожными и бдительными за рулем.